Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, сегодня мы с вами будем хайповать, так скажем. Немножечко в Америке прогремел огромный тренд, который называется Grimace Shake. А чтобы узнать, что это такое, перед началом подпишись на мой канал, нажми красную кнопку. В данном случае она у меня фиолетовая, сиреневая, и скоро вы поймете почему. Обязательно сделайте эту красную кнопку внизу под этим видео серой, чтобы не пропустить ни одного моего прикольного видео. И также ставьте лайк и пишите комментарий, потому что самый лучший комментарий обязательно попадет в мое видео, как вот этот комментарий. Ребята, Grimace Shake. Итак, рассказываю все с самого начала. Вы все помните, как много я снимала видео про Happy Meal, Hell Meal, адский Happy Meal, в котором я заказывала, проклятый Happy Meal. Сейчас же наступил совсем недавно день рождения одного из таких существ, как Grimace. Grimace — это такое фиолетовое чудовище, прямо сейчас вы можете видеть его на своих экранах, которое пожирает маленьких детей, а также не маленьких детей, любых людей, детей и кого угодно. И, кстати говоря, может прийти за тобой, если ты прямо сейчас за 3 секунды не поставишь лайк под этим видео. Шутка, конечно же, это шутка, ребята. Но просмотрев этот просто нашумевший тренд в Америке, просто кучу миллионов лайков собирает в ТикТоке, в Ютубе, в шортсах, собирает миллионы просмотров этот Grimace Shake. Суть в чем? Сейчас вы увидите пару коротких роликов и сами все поймете. Вот, например, вам несколько, так сказать, чтобы вы поняли, что будет происходить, скорее всего, наверное, будет происходить в этом видео. Люди выпивают, покупают, точнее, сначала Grimace Shake в Макдональдсе, и после чего они его выпивают, и потом у них просто идет какая-то рвота, блювота, судороги, им становится плохо, они не могут двигаться, совладать своим телом, все вот это все фиолетовое, вот эта вот начинка этого шейка выходит наружу. Ужасные, просто наберите Grimace Shake после того, как посмотрите мое видео, и вы сами поймете, что происходит, что за сумасшествие происходит с этим напитком. И сегодня, ребята, так мы с вами находимся в России, а Макдональдса у нас теперь и нету, и точка. Вот, поэтому мы будем с вами сами делать Grimace Shake и посмотрим, придет ли за нами этот Grimace. Кстати, Grimace выглядит, я уже, наверное, говорила, то, что он такой огромный. У него большой рот с большими зубами, он такой волосатый сиреневый монстр. Вот, посмотрим после того, как мы с вами сделаем этот шейк, коктейль, как хотите, так и называйте. Посмотрим по скрытым камерам, возможно, Grimace доберется и до России. Что, да вряд ли. До России мало кто может добраться, да. Ну, ладно. Так, что нам понадобится для приготовления Grimace шейка? Это, конечно же, молоко, ребят. Молоко уже заранее взбито практически до состояния сливок. То есть оно такое уже воздушное, скажем так. Так, далее у нас это смородина. Как вы знаете, точнее, это смородиновое варенье. Как вы знаете, у него, такой своеобразный, вкусно, сиреневый, фиолетовый, лавандовый, как хотите называйте, цвет, который как раз входит в состав Grimace Shake. Ну и также нам необходимо сам этот шейк, в который будет все наливаться. Я его, конечно, сделала на скорую руку. Вот видите, ребята, Grimace Birthday. Почему написано Birthday вот здесь вот на английском? Потому что по легенде он пришел на день рождения, и те, кто заказал этот Grimace Shake, тех он, конечно же, всех съел. В общем-то, трубочка имеется, стаканчик с Grimace Shake имеется, ингредиенты также у нас имеются. Ну, я думаю, что погнали замешивать все это, так сказать, в одну субстанцию. Мы берем наше взбитое молоко и берем наше смородиновое варенье, добавляем его прямо в молоко и стараемся перемешивать. Пока
у нас не образуется здесь, ау, щет, такой приятный, скажем так, фиолетово-сиреневый цвет шейка. Я буду еще, наверное, добавлять немного, потому что как-то не прибавилось цвета. Еще ложечку, ребята. Каждый просто... Каждый человек. О май гад. Я, наверное, добавила слишком много. Может приготовить гримас-шейк в своих условиях. Давайте-ка его уже переливать. Вот так вот сейчас. Еще. До фиолетового цвета. Да. Вот, ребята, я, правда, не знаю, видно ли у вас там на камере или нет. Но шейк действительно приобрел тот цвет, который нужен, потому что у меня сейчас со светом проблемы. И вообще совсем проблемы. Сейчас я вам постараюсь показать поближе. Видите, вот цвет тот, который нам, в принципе, и нужен был для гримас шейка. Итак, переливаем в наш шейк-стаканчик вот это вот все. Закрываем крышечкой, взболтаем. Ну что, я вас поздравляю, наш гримас-шейк готов к употреблению. Ну что ж, давайте ж пробовать, с вас лайк, не забывайте, пробуем. Вкусно! Что ж, ребята, вы все прекрасно видели, что произошло после того, как я попробовала этот гримас-шейк. Естественно, это была постанова, ничего такого не произошло. Но, друзья, давайте же попробуем посмотреть по скрытым камерам. Возможно, все-таки сам гримас появится на скрытых камерах, появится здесь, в моем доме. Посмотрим на скрытых камерах. Сейчас я просматриваю всю площадь. Скрытые камеры 24 часа на 7 работают на территории моего дома. Абсолютно везде, по кругу. Единственное, что я не поставила их в лесу, в нашем строящемся доме и так далее, ребята. Черт.